Антон Миранчук, хороший пас на Игнатьева, выход 1-1 и гол! Игнатьев выводит Локомотив вперед и получает травму. Но не зря сбегал. Действительно здорово поддержал эту атаку. И своевременный пас, конечно, тоже нужно отмечать. Это Антон Миранчук. Идеально. В правую ножку. Рабочую для Игнатьева. Сам Игнатьев в итоге подработал себе под левую. Но просто здесь угол был удобен именно для удара с левой. И аккуратно под штангу в дальний угол. 2-1.